Ну чё, Тима, поиграй. Короче, смотри, надо, чтобы начало было какое-нибудь, хуй его знает. Это очень интересный вопрос. Но ритм должен быть медленный, чтобы туда укладывался вот этот хуйня. О, после этого что-нибудь, знаешь, такая тр-тын, то есть примерно. Потом уже бласты должны пойти. Можно. Ухи. Еще раз. Мне, кстати, понравилось. В смысле? Ну давай так, какая разница? Пятый и седьмой, скорее всего. А что дальше пойдет? Дальше, блядь, бласты пойдут. Потом опять бласты, и потом вот эта вот штука. Так, нам нужно медленные барабаны вот на эту штуку. А если сделать, допустим, так и так? Можно так и так сделать. Ну-ка. С двух тонов. Блять, прям это, блять. Грузняк, блять. Вот, ты, ну ты заебись. О. И пошел там через какую-нибудь, через тарелку, допустим, потом уже, блядь. О, да. Что и требовалось доказать. То есть, сейчас скажу. А вот здесь что-то уже надо. Не, вообще, ну надо слушать целиком, как она. Хотя нет. Если еще добавить, лишку будет. Лишка будет. Ну, тогда больше сюда подходит. Да. Концовку вот здесь доиграй. Заглушить. Здесь будет 6 у тебя восьмых и 2 там. Не, мало. О, а может вот здесь пам, пустить? Пам. Да. Та-та-та-там. 180 это очень медленный бас. Бодро. Ну и должно быть бодро.